что ж, все внимание на трек. Старт первого заезда. И посмотрите, все-таки Райану Салливану удается лучший старт. Косолапкин немножечко отстал. А что Гизатуллин? Гизатуллин, Эмиль Сайфутдинов. Денис второй. Перекрывает он пока Сайфутдинову вот внутреннюю траекторию. Пытается Эмиль зайти по внешней. Смотрим, что здесь. Удастся ли Денису Гизатуллину удержаться? Пока да, пока удается. Вот этот план лучше всего показывает, на каком расстоянии едут спортсмены совсем близко. Ну, Эмиль, конечно, не унимается абсолютно. И все-таки Гизатуллин контролирует пока ситуацию. Смотрите, как закрыл сейчас внешнюю траекторию. Даже немного уступая в мощности двигателя, можно вот таким образом перекрывать. Но вот что в этой ситуации? Все-таки Гизатуллин нашел вот эту лазейку по внутренней части трека и выходит на вторую позицию. Гизатуллин остается только третьим. К сожалению, для нас это произошло на заключительном повороте.